Привет от котиков приюта от 23 ноября. В нашем приюте задержится 45 котиков. Все они в поисках дома. Присмотритесь, вдруг кто-то вам понравится. Номер телефона, по которому можно связаться, будет в описании. Также этот номер привязан к карте Сбербанка. Вы можете помочь любой суммой на содержание этих котиков. К сожалению, наш приют никак не финансируется государством, и живут котики только за счет ваших пожертвований. Здесь еще одна комната для котиков. Это вот Василиса по двери прыгает. В клетке живет Вилли, старичок, который был выброшен на пасеку. Он очень старый котик. Купили корм, и наши котики очень хотят есть прямо из этой штуки, из контейнера. Опа, спрайтик. А это Афонечка. Вжик, а вжик? Вжик, вжик. Блин, толстяк, аккуратно.